люди обычно говорят, о, джиу-джитсу силы не надо. Это тоже какая-то большая ложь. Чтобы сила нужна, но не так много, как вы думаете. Но без силы вообще не нужно. Так вы проиграете всегда. Это идиотский, как вы. Миф. Так нельзя играть, как вы. Начинающие получают очень неправильные идеи, как бы сила нужна. О, я могу выиграть мужика 20 килограмм тяжелее меня. Не можешь, ты проиграешь. Вот давайте. Поэтому у нас есть и весовые категории. Если ты начинающие и другой начинающие, твой уровень тоже, вы оба знаете тот самые вещи, у него 20 килограмм. Вы больше весит, чем ты. Ты проиграешь. Нечего делать. Это есть тут жизнь. Это очень важно это знать. Из первого класса, чтобы это самооборона. Я делаю как мужика, там бросок, удушающий. Ничего не делаешь. То у тебя должен быть, может быть, там пурпурный левел, да? Тогда, может, оппонент там 20 килограмм больше весит, может выиграть. Да? У меня, я спорился очень, когда был пурпурный пояс, я спорился очень много с джудоистами. Тогда пурпурным уже начали выиграть, потому что все такие оппоненты были черные поясы. Там эстонский уровень и европейский уровень, там соревновали. Синий пояс вообще очень сложно было. Такая визуха у них такая, там джудо, там все. Как, я думаю, что я парень джиу-джитсу, но они выиграют с джудом, да. Но потом время пошел, пурпурный стал, уже начал выиграть немножко больше. Поэтому что техника стала лучше, чем их джудо на полу. Чтобы техники нужно. Но они, как бы джудоистом был, да? Захват, бабочка играл, он так играл на колени. Захват, он делал так. Я как бы, он делал так. И он делал захват от меня, как бы, окей, играем тогда. Просто не могу, окей, какой, чтобы сила такая была. Они же атлеты, там, выступают, там, европейский уровень, там. Вы должны чувствовать, что это. Как вы должны чувствовать, что это мост борцы. Вы думаете, что, а, чужие пары, там, маунты, там, а, он делает мост. Попробовать какой-то европейский уровень, борец сделать тебе мост. От маунта, да? Под маунта, и как сказать. Вы там сразу летаете, да? Вы даже не знаете, что это такое, мост, когда борцы это делают. Чужие парни делают такой мост, да? Борцы делают, да, какой-то, бедро там остался, да? Сразу летаешь. Чтобы это должен чувствовать. Чтобы они, атлеты там, тайминг есть там, да, этот explosion есть по-английски. Да, чтобы... Это очень круто с ним тренироваться, дети. И очень хорошо чувство тоже у них очень хорошо. Чтобы советую тренироваться с ним, если нормально, не ломают.